Всем привет. Поедем сейчас к Саре. Ну, возможно, мы и свалим из этих пенатов. А может и нет. Я там патронов прикупил такое. Ну, не стал вам это снимать, показывать. Так, а что он мне не показывает, куда мне ехать? А вот, что-то он заснул. Да что ж такое? Хотя, честно говоря, я даже не знаю, как нам это удастся сделать. Регионы станут временно недоступны, если мы продвинемся дальше. Да и хер с ним, или не хер с ним, или еще тут что-нибудь наделать. Нет, просто у нас тут есть дела еще, дела вот сюда, к примеру, мотнуть. Мародеров вынести, вот сюда мотнуть. Ну это ж какая-то копеечка. Давайте, наверное, сначала сюда мотнем. Нам в обратную сторону. А что ж там делать надо? Ну, посмотрим. Хотя какая разница, что там делать. И, наверное, тогда на все бабки, да? Оружие какого-то купим. Хотя там ни хера нет. Что-то рация хрюкнула и затихла. Просто я так понимаю, ну, мы ж на другую какую-то локацию перейдем. А написано временно недоступно, значит мы сюда вернемся еще. Как в прошлый раз мы заблукали. Там красная у нас. Ага, подняться на вышку, связаться с Бухарем. А там красная у нас. А чё там красная все у нас?
там орда, блядь, наверное, где-то. Ну что ж такое, ну нахера мне этот цирк? Блядь, точно они где-то верещат. Ёперный театр. А ну, посмотри. Может, у одиночки просто. Ладно, хер на них. Полезли на вышку. Давайте сразу заправим. Бензин. Свой. Своего железного коня. Так. Порядок. Что-то он такой тоже как-то. Ну-ка. Подгулявший. Может, мы к Бухареву поедем? Ты на связи? Вызываю лагерь Lost Lake. Дик, я рад тебя слышать, брат. Как жизнь? Да у меня все нормально, Бухарь. Нормально. Да? Гонишь. Сколько мы с тобой знакомы? Говори, в чем дело. Слушай, Сара, долго объяснять, но... В общем, она вступила в ополчение. Хочет уехать со мной, но... Они... Они ее не отпускают. Они не дадут нам уехать. Чего-чего? Не отпускают? О, господи, где ты? Слушай, я скажу Майку, Рике, соберем ребят, мы приедем к тебе, и мы их... Бухарь, нет. Ты не понимаешь, у них тут сотни бойцов, и они вооружены. Они взяли склады военных и нацгвардии, это такая сила. Да мне насрать, какая у них там сила, мы их... Да послушай ты меня! Нельзя, чтобы полковник, их лидер, узнал про Lost Lake. Он псих, больной на всю голову. Эти ополченцы нападают на всех, кто им попадется. Намадов, бродяг, лагерных, им вообще все равно. Охренеть. Слушай, я уже все придумал, разберусь. Просто, если со мной что случится, если ты меня больше не услышишь... Дик, я тебя знаю, ты все разрулишь. Ты заберешь Сару и увезешь оттуда. Ты понял? Да, Бухарь, я тебя понял. Ну вот, другое дело. Тебя плохо слышно, пропадаешь. Дик, Дик! Я понял тебя, брат. Понял. Конец связи. К указанной точке. Опять сюда. Но мы поедем... А вот еще какая-то тут точечка. Это что? Майерс. Найти цель Майерс. Кто такой вообще? Хер его знает, кто такой. Найти лагерь анархистов. И сюда поедем. Может, спалим, что по дороге. Насколько я помню, тут где-то у нас бита есть. Тут же есть подвал. И там, по-моему, бита. Я не хочу с этой доской ходить. И смастерю какую-нибудь дубину себе. Потому что без дубины в ближнем бою в рукопашке тяжело. Ножиком с одним.
что я еще не прокачал его до того момента, когда можно, ну, там, в два раза больше повреждений наносишь ножиком. Можно что-нибудь смастерить. Так, а что мы можем кое-что смастерить? Хорошо. Хорошо. Так, ладно, полезли вниз. Ой, блядь, бутылочку забыл. Ну ладно, потом возьму. Бутылочка. Если есть тут бита, ну, по-моему, была там. В каждом этом есть дубина. Нету, да, нихера. Плохо, что нету. Давайте, наверное, вздремнем до утра. Как бухарь говорит, койка зовет. Бутылочку не забыть там взять. А вот бита. Тёбля. Давай, берем биту. Что это? Взяли биту и... Раз. Гвоздями, топоры сбиты, улучшенная бита. Давайте улучшенную. И что это? Хер его знает. Даже не знаю, это хорошо или плохо. Там у меня круче, походу, было. Ну ладно, в любом случае это лучше, чем вообще без ничего. К бабке не ходи. Я смотрю, трупов много. О, вертолет. Давайте спалим что-нибудь. Угу. Копеечка нам кап. Рядышком, блядь, далеко. Это вертолет теперь. Не вижу, вот. Ну нормально. Там еще где-то, но я не вижу пока. А, там, то, наверное, этот
Что получается, один мы не спалили? Мы ж тут были, или тут было два? Ну, да хер. Давай, беги. Бля, еще что-то. Гнездо где-то рядом. Вернусь сюда и сожгу то, что тут осталось. Так а че вернусь? Сейчас и спалим. А, вот это. Трофей. О, биту давайте испытаем. Нормально, а чё? Ну, мне такое, чтоб рубало, было бы вообще зашибись. Подождём братву. А что, я не забрал уши, да? О, патроны. Или показалось? Пригодится. Там хрюкает. А, вон. Пригодится. Ладно, пошли патроны возьмем. Приехали. Да, да. Дать же мясо. А я раненый.
Я вот это думаю, может, дальше надо было проехаться. Ты что, ты мечешься? Вниз или вверх? Дилемма, дилемма. Давай туда. Да, два раза бить надо. Той дубиной я мог с одного раза. А, блядь, назад мне. Наверное, внизу был лагерь. Ты не можешь войти. Ну так войди. Нихерашеньки тут нету. Как я могу? Походу вниз. А, это ж там, где мы гоняли. На мотоках, да? Ну ж какие-то. Есть, блядь. Найти. Найти и все. Опять не будет. Mm.
все. Сука, наверху там, бля. А там пещера. Я их нашел. Похоже, они прячутся в шахте. У них заложники? Они живы? Пока не знаю, но если так, я их освобожу, сэр. Если ваш друг у них, я его найду. Спасибо. Должна была записать. Символы анархистов. Я на месте. Камешки. Ага. Долбаные анархисты. Анархисты, да, это точно они. Где ж ты прячешься? А какой у него ствол. Опять чертова шахта. Опять знак анархистов. Ну, он похож на моего. Вы что, ребята, думали, что можно тут засесть и спокойно перехватывать у людей припасы? Блять, там что-то рычит. Ладно, Ален, наверняка ты где-то здесь. Пиздец. Я не хочу туда идти. Где они тебя спрятали?
лица. Блядь, я туда не хочу идти. Хули меня сейчас опять завалят, ну какой смысл? А сюда? За этой дверью, ебать. Сука. А записываться далеко бежать. Да ну так нечестно, нихера, бля. А шо это за хуйня? Это разве что, блядь. А как они, эти анархисты, тут уживались? Мне вообще непонятно. Ну ни хера себе. Потихонечку. Блять, у меня нету глушаков. Точно, бочки тут, блять. Для того, чтоб... А он ушел, блядь, а я камушек ищу. Вот он.
последний. Ну и хорошо. Нахуй. Я очкую, блядь. Не идет. Походу тут, блядь, вот эта дырка. Там он насрано. Сержант, ты Митч Аллен? Еще бы немного и... Да давай, спасибо. Блядь, хорош, спасибо нахуй, тебе. Хорош. Я думал, мне кранты. Хорош текст, давай текать. Ну. Отсюда сам? Да, да, да. Спасибо. Я тебе жизнью обязан. Я вернусь, расскажу им, как все было. Даю тебе слово. Это моя работа. Где выход? Блять, точно, сука. Где эй, выход? Куда ты делся? Ёб твою мать! Ёб твою мать! Короче, там орда. Я не знаю, как анархисты уживались. Но там пещера. Результат вы, наверное, понимаете. Так что? Вот такая херня, малята. Вчера взять не мог. Да ёпта. О! Болотце. Кто тут? Стоп, я же тут не закончил с гнездами. Че он, блядь, за мной бежит? Ля какой-то седой. Киркоров, что ли, блядь?
Угомонись! Трофей. А спринтер. Так, и как мы поедем? Через этот мост же я проехать не могу. По-моему, что это тот, который не хватает у нас мощь. Она... куда-то далеко идти. Лови! Вот так. Ух ты, блядь, давай откуда? Ого, аж я, блин, загорелся. Ты с таким количеством, блядь, легкотня. Есть. Как же, сука, с теми, блядь, совсем. Граната! Не понял. Thank you.
печально. Я так предполагаю, надо выполнять задание, всего прокачать, там где-то понаходить вот эти вот нейровские еще. А потом возвращаться и колбасить их. А, нам не к нему вообще. Работа выполняется. А что я выполняю, херёвостно? А, заложника того. Там где, блядь, орда. Я там на неделю засяду. Было мне откровение. Блять, это сука фанатик. Накануне тоже, в наши ряды вступили новые товарищи и уже приняли присягу. Они... Извините. Он больной. Добраться до гранатометов. Где они могут быть? Ага, вышки. Наверняка где-то здесь. Давайте, наверное, сначала мы патронов купим. Капрал. Здорово. Привет, сержант. Заправимся, потому что нам текать, скорее всего. Гранатометы — это круто. Ремонт? Окей. Вот так. Только, наверное... Капрал Сан-Джон, Дик, заглядывай. Опа. А никого нет. Эй, тебе что тут надо? Да иди ты нахер. Дик! Давай я у себя возьму патроны. Привет. Не записывает. Ладно, пошли гранатомета искать. Правильно, идите отсюда. Но атаковать другие лагеря как-то чересчур. Заодно похавать принеси. Ага, сейчас. Ну давай, сволочь. Вот так. Надо идти к Саре. А, мы поломали. Сара? А, лейтенант Уитакер, прием. Черт. Подожди, я скоро. Мы поломали. Тю. Слушайте, а вы не можете меня снаружи покараулить, а? Приказ полковника. Велено с вас глаз не спускать. Пошел нахер, ваш полковник. Мадам, язык придержи. Порядки-то у нас меняются. И если не уважаешь приказы... Глянь, никого там? Нормально, никого нет. Так. Что делаем? Быстро собирайся и уходим. Как мы отсюда выберемся? Эй, везде охрана. Ты не веришь. О, Брайан. Я здесь. Мы идем на вершину. Права на ошибку нет. Понял, конец связи.
Что за Брайан? Куда идем? Некогда объяснять. Все взяла? Мы не вернемся. Да, я готова. Идем. Держись ближе, если что. Эй, вдруг ты не прочел записку? Кто такой Брайан? Как он нас отсюда вытащит? Я говорил, благодаря ему я тебя нашел. Он боец Неро. Это на его вертолет я тебя тогда посадил. Неро? Ну давай! О, черт! Уивер! Давайте. Нет, 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 вон ту. Канистру. Да. Рядовой! Ворон считаем! Смотри, что делаешь! Вон ту канистру! Вон ту! Вон там, все, быстрее! Ну! И не вздумай ее уронить! Ну, молодец. Он нас отпустил. Уивер нас отпустил. О, черт. Охранники. Так, побудь тут. Эй, слушай, давай обойдем их. Сейчас. Так этот тип с вертолета, он здесь будет? Да, это долгая история. Я потом расскажу в спокойной обстановке. Так они до сих пор летают? То есть, значит, у них есть ресурсы? Оборудование? Ну да, наверняка есть. Слушай, это ты сама спросишь у Брайана. Охранник. Сейчас. Попробую отвлечь. Осторожней. Боец, что ты делаешь? Простите, мэм, сюда вход запрещен. Как ты смеешь пререкаться с офицером? Ты знаешь... Это что? Здорово. Охранник. Охрана, попробуй увести. Осторожней. Да пойти загасить, он же спиной стоит. Ничего себе, Сара Крофт. Хорошо. Нормально. Давай, мы почти пришли. А вот это мне нравится. С фриками не очень, потому что я там проигрываю. Блять, почти сначала. Скорее бы повидаться с Бухой. Ты хочешь поехать со мной в Лост Лейк? В смысле, я думал, мы едем в Кловердейл? Да, Кловердейл. Я не к тому, просто была бы рада. Он для меня как старший брат. Родни-то у нас вообще не осталось. Стой, я отвлеку. Боец, подойди сюда. Мэм, это запретная зона. Сомневаешься в моих словах, боец? Знак отличия, видишь? А? Это что? Отлично. Ты тоже молодец. Я вижу свет. Идем, мы почти выбрались. Да, точно. Это вершина. Сейчас все равно какой-то, наверное, западло будет. Этот, блядь, философ там что-нибудь придет, полковник который. Читать будет мораль. Ну все, добрались. Где он? Где Брайан? Будет, будет. Надо... Господа, вот мы и наверху. Отсюда открывается прекрасный... А, лейтенант. А я как раз показываю остров нашим новобранцам. И мы собираемся в ковчег. Идемте с нами. Господа, это лейтенант Уитакер. Она возглавляет группу ученых, которые разрабатывают отраву для неприятеля. Предатель! Нет! Осторожно! Пополнить запас. Он убийца и шпион. Вы станете слушать Помните, его, а не меня. Лагерь. Вы меня Называется знаете. Называется Лост Лейк. Их лидер послал его сюда. Чушь собачья. Говорю вам. Я этого ублюдка впервые Полковник, вижу. Полковник, поверьте мне. Хватит. Так. Я слушаю. Говорю вам, что он шпион. Мэтт, он же псих. Вы его впервые видите? Лейтенант, он только вам что объявился, врет. И вы ему что верите? Там говоришь за лагерь, а? Лост, как его так там? Вот. Я не вру. Пусть спину покажет! Что? А? Это... Спину хватит, покажет! Хватит! Успокоились. Теперь мы попробуем отыскать истину.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Капитан Коури, напомните, какая это заповедь? Я точно не помню, сэр. Рассказывай, но только не лги мне, сынок. Я почую. В лагере Лост-Лейк он напал на женщину. Ты чё, вообще охренел? Он был по пояс голый. У него была татуха. На всю спину. Типа сатанинская. Какая-то дохлая собака, грызущая цепь. Что-то вроде того. Я его оттащил. Он был пьян и полез в драку. Но кто знает, что бы он сделал, если бы не я. Пусть покажет нам свою спину. И поймете, кто тут врет. Извините, полковник. Это какая-то чушь. Повернуть. Ты носишь на себе образ Цербера, пса Аида. И надо же, раскрыли тебя на выходе из-под земли. Но ты ведь не Цербер, правда? Дикон Сент-Джон. Он вам врет. Ты прячешься за именами ангелов. Я никого не трогал. А на самом деле, это его выгнали из того лагеря. Слушайте! Новый лейтенант? Как вы оказались рядом с намадом, когда мимо пролетал вертолет Неро? Полковник, я не понимаю, о чем вы? Вы же пришли к нам из лагеря Неро. Давно вы за нами шпионите? Давно? Мэтт, честное слово, я не понимаю... Отец лось! Я ожидал этого от намада. Ожидал, что такие, как он, меня предадут. Но офицер... Полковник! Это я! Это я, полковник. Я соврал. Посмотрите, в моем кармане там рация. Это я их вызвал. А вам всем я врал. Я врал лейтенанту. Я сказал, что прошу ее проверить поставку, но мне просто нужен был заложник. Капрал Сен-Джон не может вам ответить. Что? Кто это? Иногда в поисках правды нужно пролить кровь невинных. Простите. Отпустить рядового Саркозина. Ага. Коури, этого намада в карцер. Завтра в 7:00 его будут судить, а потом повесят. Лейтенант, довольно. У нас много дел. А теперь поподробнее про этот Лост-Лейк. Да, сэр, все что угодно. Лейтенант, хватит. Давай, встань. Так значит, ты дышишь. Пошел ты! Рад слышать. Значит, еще не сломался. Короче, что надо? У тебя на спине мертвый пес, грызущий цепи. Не часто увидишь. Поспрашивал тут у знающих. Я хотел, не знаю, понять, что к чему. Это было при лейтенанте, когда она попала в лагерь. Сдается мне, твое. Да, мое. А твою жену зовут не Бет.
Нет, не Бет. И ты все время искал ее? По Одищу? Ты спросил, что надо? Все просто. На мой взгляд, тот, кто прошел через 7 кругов ада в поисках своей жены, не заслуживает висеть в петле. Стоп, я что-то не понял. Вы что, мне помогаете? Ну, ведь тогда вас всех повесят. Мы не вернемся. Полковник совсем рехнулся. Священная война, геноцид — это что за херня? Ну ладно, а куда пойдете-то? Да? Махнем прям до Рино. Давай с нами. Не. Тебе нельзя назад. Тебя преследуют. Нет, я без нее никуда не пойду. И все равно надо на север предупредить Майка. Нет, уже слишком поздно. Почему? Ночью они зачистили перевал Сантьян. Что? Рано утром колонна выехала на север. Твою мать. Точно не пойдешь с нами? Да, точно. Тогда удачи, Дикон Сен-Джон. Эй, Коури. Когда полковник спросил про армейскую службу, я сказал, что ненавидел каждую минуту, но может, все было бы не так мерзко, если бы командир был вроде вас. Знаешь, может, еще не поздно. Ну нормально, а что у меня есть? Все то же самое. Отлично. Это мне нужно. Отлично. Ну что, мы сейчас Сару будем спасать, правильно? А, нихера. Наверное, сделаем перерыв. Всем до свидания, всем спасибо. Просто по одной простой причине, потом будет очень долго кодироваться серия. Ну, это будет вообще... Все, всем пока.